Здравствуйте, меня зовут Алена. Хотите быстро снять стресс и напряжение в публичном месте, при этом не привлекать к себе повышенного внимания? В этом видео я поделюсь своей моей любимой версией техники эмоциональной свободы, чтобы сделать это быстро и незаметно. Что такое техника эмоциональной свободы? Это очень эффективный, клинически испытанный способ избавиться от всевозможных эмоциональных проблем, эмоциональной травмы, физической боли, используя простукивание определенных точек акупрессуры, таких как ребро ладони, макушка, рядом с бровями, рядом с глазами, под глазами, под носом, под губой, ключицы, такого сорта. Существует громадный ресурс книг и всевозможных видео на эту тему. Не поленитесь, поищите в интернете. Это действительно очень полезная, эффективная техника работы с вашими эмоциональными проблемами. Но сегодня я расскажу вам, как можно сделать все то же самое, но используя менее известную технику эмоциональной свободы, используя только наши пальцы. Почему мне она так нравится? Она позволяет быстро снять напряжение и стресс в каких-то публичных ситуациях, перед экзаменом, тестом, перед интервью, при приеме на работу, публичным выступлением, не привлекая к себе никакого внимания. То есть можно делать все эти простукивания, держа руки на коленях, под столом, и никто ничего никогда не заметит. Давайте сделаем эту технику все вместе. Предположим, я жутко нервничаю перед публичным выступлением. Для вас это может быть все что угодно. Неприятный разговор с коллегами или с начальством на работе. Тревога и стресс по поводу неоплаченных счетов, приближающихся дедлайна, экзаменов, все что угодно. Что для этого? Я буду говорить выступление, но вы будете вставлять вашу конкретную проблему, с которой вы хотите поработать. Процедура на самом деле очень простая. Мы берем палец, большой палец на одной руки и простукиваем последнюю фалангу каждого пальца в другой руке. При этом проговариваем особую волшебную формулу. Итак, начнем. Я отпускаю всю эмоциональную привязанность к исходу моего выступления, и я восстанавливаю правильный поток энергии в моем теле, разуме, духе. Я отпускаю всю эмоциональную привязанность к результату моего выступления. Я восстанавливаю правильный поток энергии в моем теле, разуме и духе. Большой глубокий вдох и выдох. Что важно в этом? Мы повторяем это простукивание, проговариваем эти слова столько, сколько необходимо, чтобы уровень стресса и напряжения существенно снизился или полностью был убран. И в самом конце, когда вы закончили всю эту процедуру, очень важно сделать глубокий вдох и выдох. Мне этот метод помог многократно в моей работе, в моей личной жизни, чтобы быстро сбалансироваться, менять сердцебиение, дрожь в руках, привести себя в порядок, причем в какой-то важной ситуации. И очень надеюсь, что вы тоже найдете этот метод полезным для вас. Если это так, пожалуйста, не забудьте ставить лайк, оставить комментарий, поделиться этим видео, подписаться на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали. Спасибо за просмотр. Всего вам доброго.